Мы, как обычно, приземлились в школу на парашютах. И вдруг одноклассники нам говорят, что вместо физкультуры первым уроком будет русский язык. Урок уже давно начался, а училка все еще не пришла. Мы очень громко шумели, и наш староста говорит нам вести себя тише. Но вместо этого одноклассница начала разливать по всему классу кока-колу. В класс заходит училка. У нее из-за нас сгорает пукан, и кока-кола поджигается, как бензин. Весь класс начинает гореть. Но, слава богу, огонь быстро потух. Мы не хотим оставаться на русском языке. Поэтому Макар достает из кармана батут и улетает из школы. Никто не хотел оставаться на уроке математики. Поэтому все начали упрыгивать на батуте из школы. Даже училка не хочет учить русский язык. Все, что было в видео, не повторять. Выполнено профессионалами.